Вот где точно не место для детей, так это мотогонки. Опасный и зрелищный спорт. В Иркутске прошли соревнования по спидвею. 18 спортсменов из Москвы, Ижевска, Красноярска, Читы, Усолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска два дня боролись за звание лучшего. Свое мастерство показали ветераны мотоспорта, многократные чемпионы Европы и мира, а также спортсмены-юниоры. Наш земляк, иркутянин Максим Барабошкин, занял почетное 3-е место. Посмотреть на заезды пришли сотни зрителей. Наша съемочная группа тоже побывала на турнире. Какими гонки увидели Ольга Кузакова и Сергей Полянский, покажем прямо сейчас.